Всех приветствую! Сегодня новый персонаж в нашу галерею штучных людей рулетки. Блогер из Канады, дядя Миша. Или вечера у дяди Миши. Вот спрашивается, где Канада, а где мы? И тем не менее, благодаря вот этим телевизорам можно вытащить человека хоть с Антарктиды и что-то сделать, что-то придумать, что-то попытаться изобразить. Но вот этот портрет вот очень быстро прокручивается. Не видно, так скажем, всех нюансов работы. Но я должен сказать, вот когда я просмотрел несколько раз этот быстрый ролик, должен сказать так, что у меня все время идет борьба с деталями портрета. Вот я вроде впадаю в эту мелочность, детализацию, в поиск. И все время что-то не получается. А вот когда начинаю что-то упрощать, немножко стилизовать, добиваться какого-то обобщения, ну тогда вот какой-то образ начинает получаться и начинает как-то работать, ну в моем понимании, образа этого человека. И вот много неприятностей доставил низ лица, вот. Как-то там у меня что-то с подбородком, с губами не получается. Но тем не менее, вот несколько раз было, как говорится, нарисовано, но пришлось все убирать и стирать. Ну вот, сейчас вот ближе уже к концу, общий обрез лица. Ну, я должен сказать, что вот, кстати, портрет непростой, он очень маленький. Вот я немного, но пересмотрел какие-то ролики, и везде он, Миша, как говорится, выглядит мелко по сравнению с другими героями. Ну и поэтому вот немножко тут есть проблемы. Ну вот я уже почти доканчиваю, пишу «Вечера у дяди Миши», какие-то вот окончательные штриховки общего фона, ну и потом все-таки еще внимание вот каким-то деталям. Ну, даже не сколько деталям, а усиление каких-то моментов для достижения вот именно целостности какого-то образа, целостности восприятия самого портрета. Ну, наверное, вот уже практически на этом, наверное, и все. Портрет практически закончен.